Меня зовут Митрофанова Анастасия. Представляю салон сантехники, керамической плитки, омары, баню, город Барнаул. В шоуруме представлено 11 готовых интерьерных решений для ванных комнат. С самыми последними тенденциями большой ассортимент, керамогранит, мозаика, керамическая плитка, а также сантехника. Добро пожаловать в интерьерный салон Verde Decor. Меня зовут Атюнина Яна, я являюсь руководителем. Приглашаю вас в гости, расскажу о себе и о нас поподробнее. Мы занимаемся строительными материалами, вернее, продаем, презентуем. В первую очередь обои. У нас очень большой широкий выбор обоев. Различные фирмы всего мира представлены, у нас прекраснейшая библиотека. Затем мы занимаемся лепниной, у нас есть складская программа, мы являемся официальными дилерами в Алтайском крае по тому декору Ультравуд, а также, друзья, по прекраснейшей краске Шервин Вильямс. У нас есть колировочное оборудование, небольшой склад по краске, и мы здесь на месте в течение 5 минут колеруем любой цвет из палитры, которая составляет аж 3000 оттенков. Здесь у нас декор также, да, для дома в виде пано и картин. Мы этим тоже занимаемся, потому что мы считаем, что вот такие вот детали интерьера играют очень важную роль в любом дизайне. Это наша команда, замечательные экспертные девчонки, менеджеры. Ароматы для дома. Как сделать свой дом не только красивым, но и вкусным, мы тоже можем вам помочь и подсказать в этом. А вот здесь на самом деле у нас как раз таки библиотека образцов обойных, по правую руку библиотека тканевых образцов. В общем, выбор у нас широкий. Помимо того, что мы продаем и несем красоту в массы, я бы так сказала, да, наша миссия, мы взяли на себя ответственность заниматься обучением и вдохновением дизайнерского сообщества нашего города Барнаула. Поэтому мы уже второй раз провели форум про интерьер, который прошел успешно, который зарядил энергией, знаниями и, может быть, даже новыми навыками и умениями наших ребят-дизайнеров. Добро пожаловать к нам в город, добро пожаловать к нам в салон, в наше сообщество. Давайте дружить, работать, взаимовыгодно сотрудничать.